По настоянию Николая Антоновича семья Татариновых решает перебраться из Архангельска в Москву. Мария Васильевна со своей мамой Ниной Капитоновной и маленькой дочкой Катей пришли на пристань, чтобы проститься с морем, в котором пропала шхуна Святая Мария. Их провожает друг семьи Иван Павлович Кораблев. Московский скоро ждать не станет, нельзя опаздывать к нему. Багаж пути носильщик нанят, еще мгновение и канет все наше прошлое во тьму. Минутной стрелкой сердце ранит, разлуки час, прощальный час. Московский скоро ждать не станет, а море манит, море тянет прийти сюда в последний раз, чтоб снова, как прежде, что столица поможет высохнуть слезам. Пора с небес уже спуститься, с Иваном Павловичем проститься и отправляться на вокзал. Чтоб в незаконченном романе начать еще одну главу. Экспресс не терпит опозданий. Прощайте, друг мой. До свидания. Переезжайте к нам в Москву. Приеду, приеду, чтоб снова. Быть другом.